Ольга Бузова активно поет и гастролирует уже больше года. Звезда теперь не только ведущая «Дома-2», но является певицей, бизнес-вумен и владеет рестораном. Однако пользователей сети наиболее тревожит песенная карьера Бузовой, так как она, считают многие, явно основана на фонограмме. Бузова часто показывает в своем инстаграм фрагменты концертов и выступлений, на которых она все реже поет под фонограмму. Звезда пытается петь сама, и в этом ей помогают бэк-вокалисты и специальные плюсовые подложки. Так считают пользователи сети, которые пристально следят за жизнью Бузовой. Ее недавний ролик с концерта в Рязани шокировал юзеров. Такого исполнения они не ожидали. По словам комментаторов, от услышанного пения Бузовой у них пошла кровь из ушей. Однако в ответ на такие комментарии фанаты Бузовой отметили, что голос и качество по-разному воспринимаются слушателем в зависимости от того, насколько близко он находится от исполнителя.